Доброго времени суток, с вами Людмила. Сегодня я записать хочу видео о новой творческой студии, а конкретно о том, как добавить вот такой вот значок к своему видео. О местоположении. Мы заходим в творческую студию. Новую творческую студию заходим. Здесь у нас сбоку нажимаем на видео. Ищем видео, которое нам нужно. Вот это видео. И сейчас я вам покажу, как добавить свое местоположение. Это очень просто. Это у нас основные настройки. А мы заходим в дополнительные. Нажимаем дополнительные настройки. И вот здесь вот есть место съемки. Мы на него нажимаем. Указываем. Здесь он получается как-то определяется. Вот оно само выскакивает. Где место съемки было примерное. Ну, можно написать. Вот. И сохраняется. Давайте еще раз попробуем. Там, где мне не было добавлено, сейчас попробуем найти там. Интернет очень медленный. Постоянная проблема с этим интернетом. Особенно в выходной. Так. Значит, нажимаем на видео в новой творческой студии. Сейчас я вам покажу свое видео, где нужно добавить свое местоположение. Так. Это я посматриваю, потому что здесь запись 5 минут идет. Так. Вот давайте вот это вот. Вот это видео возьмем. Мне кажется, здесь я не добавляла свое местоположение. Открывается видео. Заходим в дополнительные настройки. Видите, место съемки не указано. Нажимаем. И вводим название. Я буду вводить Ростовская область. Вы можете вводить местоположение, где вы снимали. Вот, нажимаем «Сохранить». Вот так вот мы добавляем свое местоположение. Всем, кому было полезно это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего наилучшего. И да, задавайте вопросы, если что-то непонятно.